Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Итак, вот очередной день, с самого утра приехал на полноценный рабочий день на разводе. Сейчас будем что-то делать, и, конечно же, я вам это все дело покажу. И с вами Александр, всем приятного дня, вот такого настроения, и, конечно же, удачи. Первым делом покормил всех рыбасиков, больших, маленьких, супер маленьких и всяких, что у меня здесь есть на разводинке. Также заехал в магазин, прикупил, ребят, до системы труб, вот всякие сгончики вот такие вот. Два крана на всякий случай, чтобы перекрыть систему, если не будет справляться. Также уже подсохли сеточки, надо это все дело сейчас почистить. Первым делом, чтобы место не занимало, и спаять системку. Но до этого надо разобраться, подменить воду у аулафоруса. Вот вылетела плодовая мушка с этого контейнера, но червячка пару штучек сейчас уберем. И подменим воду, соответственно. Наросло его очень много, вот этот плохой корм надо убрать. В общем говоря, занимаемся сейчас этим и покажу, что у меня там наросло. Вот так я вот перемыл вот эту воду. У меня цикл там убрал. Эту заливаю инфузории обратно. То есть новую с кормом. И так инфузория нарастает. По аулафорусу. Вот такие вот контейнеры. Здесь будете снова на меня ссориться, что много кормлю. Но, ребят, если я меньше даю, он не хочет расти совсем. И вот собрал вот такое вот количество, немаленькое количество, я даже не знаю, сколько здесь грамм. Надо вот сейчас это все дело скормить рыбке, всякой-всякой разной. Она у меня уже, конечно же, покормлена, но на десертик пойдет аулафорус, потому что надо его скормить. И эти контейнера вот уже обработаны на 3 дня. Вот видите, хоп, и рыбка его прекрасно скушает. На 3 дня готово, спокойствие, так сказать. Ну и вот видите, вот эти контейнеры я еще не заливал, и снова у меня плодовая мушка уже во втором контейнере, но я убрал это все дело и будем бороться с ней дальше. И вот этот контейнер, что был первый заражен плодовой мушкой, вот сейчас, как можно видеть, вот ползает червячок вот этот. Это плодовая мушка. И ура, мы чё, они съедают на ура. И вот еще немножко повылазило, и сейчас это все дело снова уберу. Ну и заменю, покормлю. И работаем дальше. Немножечко поработал, почистил все сетки, даже уже 2 нерестовичка тоже почистил. И будем клеить, но чутка попозже. Сейчас вот этим полипропиленом сейчас буду паять вот эту вот систему. Потому что это так откладываю, но это надо сделать. И сейчас будем смотреть вместе с вами. Сейчас спаяю и вместе с вами будем запускать. Паял систему. Ребят, работает все очень даже таки и хорошо. Сейчас еще попробуем запитать вот эти вот баночки. Будет шикарно. Ну, везде воздух. Все хорошо. Все прекрасно. Даже воздуха побольше, чем было с вот этим вот маленьким компрессором. Надо, скорее всего, его почистить. А то он у меня уже более года. И я его не чистил ни разу. Но и система работает, все хорошо, все прекрасно. Только вот здесь надо чутка подбавить воздуха. О, хорошо, везде подобавлял, где надо было, где рыбка плохо дышала. Рыбка чувствует себя хорошо, и система спаяна. И надо еще спаять вот 6 аэрлифтов. Чтобы у меня были, губки есть, а вот аэрлифтов нету. А они нужны. И то очень-очень много. Ну, 6 спаяем, будет хорошо и прекрасно. Работаем. Аэрлифты собраны. Еще одно дельце в копилочку. Также сейчас вот складываем сеточки. Клеим.
И наконец-то я это сделал. Все нерестовички почищены в количестве 20 штук. Вот эти надо только залить водой, пускай отстоятся денечек. И сеточки. 26 штучек поклеенные. Можно теперь спокойненько работать и нерестить рыбку. Также с этого количества 2 уйдут, потому что на заказ. И вот такая вот работа нелегкая проделана. Также немножко хочу сейчас поклеить вот эти выростники. Там надо фильтрацию склеить и надо склеить ребра жесткости. Они там не нужны, но для того, чтобы положить покрывное стекло. И вот такая вот чудесия у меня здесь случилась. Идет дождь. И намочил вот эти вот нерестовички. Надо будет их сейчас просушить, почистить и что-то клеить. Ну, погнали. И еще немножечко поработал, ребят. Вот склеил 2 аквариума, то есть не аквариума, а фильтра. Но по половинке. Сейчас он подсыхает, я буду чем-то другим заниматься. И остальную часть сегодня тоже надо поклеить. Подсохнет, перевернем. Поклеим и пускай стоит. До завтра, возможно. И надо вот ставить аэрлифт. Сомиком вода помутнела очень. И вот этим вот малышам неона. И также вон там все проклюнулись. Неончики. Я думал, здесь будет не будет ничего, но проклюнул самолек, они поздно отнерестились, и, скорее всего, из-за этого я так и думал. Здесь малечек сейчас надо перелить в какой-то аквариум, которые у меня заканчиваются, так как даже не знаю, куда их перелить, потому что аквариумы-то у меня заканчиваются. Надо что-то совмещать и поскорее клеить вот эти вот выростники, чтобы переместить рыбку отсюда и сюда кого-то с побольше. В общем говоря, суета и только. Надо баночки. Скорее всего, сейчас я вот освобожу вот этих вот неончиков, распределю парочки самцы, то есть самочки с самкам, а самцы к самцам по ровному количеству. И будем их нерестить. Потому что я вот так смотрю. А здесь примерно, вот видите, какая вода грязная. Есть раз, два, две самки, возможно, три. Ну, сейчас я их уберу и посмотрим. Также тоже надо сварганить аэрлифт. Но я забыл шуруповерт на работе, потому что надо вот такие вот отверстия насверлить. Но это не помеха, потому что надо будет что-то компонировать. Ну, занимаюсь. И сейчас покажу. Капельку немножко поработал. Осталось 2 аэрлифта. Надо их запаять и просверлить отверстия для губки. Но один пошел сюда, а второй пошел сюда. И будем смотреть, как они будут работать, но вроде бы все хорошо, булькает, все прекрасно, все классно. Также вот смотрел на огненных барбусов. Я не знаю, получится показать или не получится, но личинки здесь много. И много еще хорошей икры. Она только-только начала проклевываться, ребят. Вот это все еще хорошая икра. Здесь барбуса огненного немерено, просто немерено. Живородочка стоит, молчит, но я подзалил еще по литре свежей воды. Будем смотреть на нее. Что-то думаю, что родит только Санта-Клауска и Снежинка. Это черная ничего. И баллонка тоже там телепается. Все рыбасики покормлены, малечек покормлен, все хорошо на разводинке. И осталось на разводинке еще одно дельце, доклеить вот эти вот аквариумы, и будет хорош. Так как все покормлено, и червячки, и рыбка. Вот дальше уже расчертил свою табличку нерестов, так как, чтобы знать себе.
Надо, конечно же, пробовать золотистых и крапчатых нерестить, а то рыбка так хорошая, но у меня нету. А производителей море. И надо пробовать, пробовать, еще раз пробовать. Также надо будет попробовать барбуса вишневого и Данюшку в цикл вводить. Нерестовичков наклеил немерено, сеточки есть к ним, и будем нерестить. Нерестить, нерестить, нерестить. И в скором времени будем нерестить минорчика. Новая рыбка, интересно, что получится, что почем, и будем это все дело смотреть. Ну и клею я аквариумы и домой. Аквариумы готовы. Вот началась третья баночка силикона. Посмотрим, как он будет себя вести. Aquafix. По-моему, так он называется. Да, Aquafix. Увидим. Но мне еще один привезли силикон. Надо будет заехать забрать. Работы сделано немного, но эта поклейка отнимает времени много. Рыбасики мелкие сегодня вообще жируют, так как три раза в день кормил малышей всякими разными живыми кормами. Ну и остальная рыбка себя чувствует хорошо. Поступило немножко заказов, это будет завтра. Будем формировать, складывать и отправлять в понедельник. Чтобы не задержалось где-то что-то на почте. Ну и если, конечно же, успею завтра, короткий рабочий день, почищу и установлю сюда. Но рано их устанавливать, так как, ребят, надо убрать неонов. А чтобы убрать неонов, цепочка завязывается в том, чтобы установить где-то сюда этот аквариум. Его надо склеить, надо сделать полочку и, в общем говоря, работы снова вагон. Что-то снова понавыдумывал. Но неончики-производители хорошенькие, пускай вот отъедаются. В скором времени они пойдут на нерест. Сегодня как-то так, но работы сделано полным-полно. Все сеточки, все нерестовички почищены. Система запущена, спаял аэрлифты, переместил рыбку, установил. Ну, в общем говоря, вот так вот я доволен, если честно, полноценным рабочим днем. Потому что таких дней очень мало. Ну а с вами был Александр. Всем приятного дня. Вот такого настроения. Удачи и пока.